Ребят, привет всем! Привет, привет, привет из Одессы! Сегодня солнечный день, посмотрите, какое у нас солнце, вообще обалденная погода. Но с утра было прохладно. Костя в школе, Сережа пошел делать базар, потому что у меня зеленый суп. Зеленый борщ. Вот сейчас варю зеленый борщ в своей любимой кастрюле. Еще будут сейчас у меня котлеточки. Там чирикает мой лимончик, как оказалось, моя лимонка. Думали, что попугай, вы знаете эту историю, что это мальчик, а оказалось, что это девочка. Девочки, хочу показать вам, что у меня происходит. У меня происходит, как всегда, интересные вещи происходят. Посмотрите мои орхидеи. Это мой Magic Art, который вот ну никак не хочет порадовать меня красивыми корнями, корешками. Вот это старые-старые пропавшие корешки. Я все жду листика. Жду корешков, но как-то вот туговато. Но он продолжает, смотрите, что он делает. У него программа настроена на то, чтобы цвести. Видите? Вот продолжает цветонос с одного ответвления, продолжает цветонос с другого ответвления. Это здесь нет, здесь ничего не продолжает. В общем, вот такой вот мой Magic. Вот такой мой замечательный Magic Art. Рядом красавчик и любимчик публики. Ой, замечательный пират Пикот, девочки. Вы его любите, я его обожаю. И мои домашние все его обожают, все влюблены в этого красавчика. Ой, и мне больше всего нравятся его корешки, конечно же. Я вам не устаю их показывать. Они сейчас в активном росте. Посмотрите, какие. В общем, они заполняют горшочек. Этот пошел погулять, девочки. Вот что с ним делать? Ну вот как его, все? Все, я его прозевала, девочки. Прозевала я корешок. Он пошел гулять. Вот тут еще один. Но я думаю, этот как раз-таки углубится, упрется в стенки горшка. Но этот я прозевала. Но он такой же аппетитный. Посмотрите на эту красоту. Боже, ребята, как я люблю эти корешки. Пока не поливаю, потому что, смотрите, в этой части горшка еще, видимо, есть влага. Видите, они как-то вот с одной стороны вазона. Они уже посерели, с этой стороны они еще зелененькие. Ну, в общем, друзья, сегодня, ну, суть не в этом, красавчик. Они все красавчики и красавицы. Но сегодня вот чармер мой, который все никак вот не отцветет, вот этот один цветочек у него у меня распустился, но сегодня я увидела, как корни у него растут из шеи, причем со всех сторон. Там он еще в пазухе листа. И знаете, я обратила внимание, думаю, что там такое, девочки? Гляньте. Это что, цветонос? Посмотрите. Или это корень? Вот мне так показалось, что это цветонос. Нет? В общем, мы с вами попозже увидим, что за сюрприз он готовит. И тоже, вот я сделала большую ошибку, ребят, что я его пересадила сразу после покупки. Вот стоял бы он со своими там никудышными корнями, и быстрее бы он, мне кажется, их там начал активно расти. Сейчас вот, посадив его в большой вазон, я корней не вижу. Роста корней в вазоне нет. В общем, как-то только сверху пошли, благодаря тому, что я раз в месяц протираю листья янтарной кислотой. Вот протираю, и поэтому корни появились. Вот именно вот здесь, на верхнем ярусе. Нижний ярус сидит мертво. И вот листики были более живехонькие, сейчас они вот такие. В общем, ребята, это моя дружная полянка, тут так вот и стоит. Девочки, наверное, вам говорила уже. Так, сейчас помешаю. Варю все время из этого. Сейчас, зажарка тут у меня. Морковочку припускаю. Варю зеленый борщ из шпината. Сережа, говорю, ты ж мне щавель не принеси. Шпинат, говорю, вот с такими вот розовыми прожилочками, корешками. Потому что листы плюс-минус листва похожи шпината на листву щавля. А в щавле вот эта кислота, она мне не очень нравится. Так что, ребята, вот варю яички для борща. Делаю зажарку. И он у меня будет диетический, потому что на этой... Как, ребята, господи, индюшатина. На индюшатину. Капец.
Надо будет папе сказать, чтобы он сегодня разбирал. О, у меня здесь ручеёк. Надо срочно Сереже говорить, вот тут вот надо менять. Надо менять весь кран. Видите, что творится? Кошмар. Вчера такого не было. Да. Работка папе. Подвалила. Ребята, обязательно, когда буду в Турции, в следующий раз куплю себе турецкий чайник. Потому что сейчас я турецкий чай завариваю вот так. Здесь внизу кипит вода. Насыпаю заварку. И на водяной бане она должна минут 5 хотя бы раскрыться. А потом кипятком отсюда заливаю сюда заварку. Вот эту. И будет вкусный чай. Чай вот такой. Покупала в Турции в прошлом году. Вот такой турецкий чай. Очень ароматный и вкусный. Мне очень нравится. Сейчас буду заваривать, кипятком запаривать. И оно будет продолжаться еще минут 10. Я даю, чтобы оно еще заварилось там, покипело. И буду наслаждаться. Всем привет, ребята! Всем привет! Весна, весна, весна! Привет! Привет! У нас сегодня Костик. Именинник. Вот он обкатывает свой новый самокат. Это у тебя уже какой самокат? Третий? Это третий самокат у тебя уже? Нет, второй. Как второй? До этого был синий, помнишь? Ну, да, третий. Да. Вот такой крутой самокат. Мы делаем обзор крутого самоката Костина. Он складывается. У него есть вот такая вот ручка. Да. Костик говорит, если пойдем в путешествие, маму надо его брать с собой. Я и говорю, ну, даже... не знаю, не знаю. И подножка даже. Да. Ты рад такому подарку? Да. Он очень рад. Рад, что здесь есть подножка. Да, что тут, что вообще, что тут интересного еще есть? Тормоз. Тормоз. А мне, как блондинке, нравится вот такая вот цветовая гамма самоката. Ребята, до 100 килограмм я тоже на нем сегодня гоняла. Тоже поеду. Да. Ого. Смотрите, как мама круто катается. Класс. Ой-ой-ой-ой, поберегись. Спасибо. Пожалуйста. Держи свой самокат. Уже второй день рождения у Костика, как и у многих ребят, да. Второй год мы уже в карантине. И в прошлом году мы вообще сидели взаперти. И в этом году сидим, никуда не идем. Он утром встал, говорит, вы что, мне даже шарики не надуете? Так мы сегодня шарики надували, да, Кость? Да. И они полопались. Лопнула. Два шарика лопнуло у нас. Такой грохот, я сейчас испугалась. Так, я тоже испугалась. Ты тоже испугался? Ну ничего. В общем, ребята, что надо детям? Я сижу, играюсь. И он как бы бахнул, да? Да, я уже не помню. Ну, он, ну, это, по-моему, как, ну, там два таких ярких шарика. Я их передула сильно. Да. Костюша, давай. Давай. Да. Молодец, молодец. Давай, 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 давай. А, надо. Ты желание не загадал? Вот и поджигай еще. Нет, все, пропусти. Пропусти, давай еще. Давай еще. Семерка такая зачетная у тебя сегодня. Давай, догадал желание? Подумай. Не-не, это маленькое желание, побольше, побольше. Побольше. Глазами уже маленькие. Загадал желание себе? Ну давай. Ну давай. Сильнее. Ну большое желание.